Добрый день, толстовки флис, тут попадаются также и жилеты. У них очень комфортная цена, вполне себе приличное состояние. И они подходят для работы, для активного отдыха, там, для сада, огорода. Так классные, мужские, женские всякие, размеры всякие. Ну, поскольку они, конечно, первый сорт, они требуют, ну, стирки, как минимум. Но так, в целом, это все вещи, которые абсолютно годные к носке. Женская. Это курточка флисовая, достаточно такая плотная. Тонкая, XL. Попадаются вот домашние, 44 размер, европейский, флисовая, так это удлиненная толстовка. Вот такие варианты тоже. И даже попалась ветровка на флисовой основе. Там вот хлопок и флис. Вот такая тоже. Это одна часть лота. Так, на замке мужская большого размера, женская, эска, 2XL, женская, 2XL, это куртка термос, домашняя, мягкая, XL, канда, 2XL, 2XL, жилет. Подробную информацию о том, сколько стоит лот, сколько стоит единица в этом лоте, вы сможете узнать, нажав на название. На название ролика там выпадет такая информация о том, сколько весит мешок, сколько стоит он. Так, вот это был полный состав лота. Спасибо.